Матерь Божья! Прячьтесь, ячкины картошки! Так, у нас очень большие проблемы. В первую очередь сверху вот этот тролль-мутант, который хочет сожрать нас всех. Во вторую очередь гоблины продолжают забрасывать нас ТНТ. Ребят, нам выбираться отсюда как-то надо. Чё делать-то? Слушайте, всегда происходит так, то что я придумываю все идеи, все планы, как нам что решить, как нам кого победить, как нам куда убежать. У вас есть какие-то идеи, хотя бы раз в жизни придумайте вы, как нам выпутаться из этой жопы, потому что у меня вообще идей нет, мы просто в подвале застряли, и гоблины продолжают нас динамитом забрасывать. Шурик, придумай что-то. А давайте могилы друг другу выкопаем и на этом закончим. Ну, могилы копать рано. Есть у кого-то еще идеи? Нет? Ёперный кокос. А может, мы создадим свою подземную колонию и станем кротами? А есть у кого-то идея еще тупее, чем у кузнеца? Вот и еще тупее. Вот, слайм, у тебя есть хотя бы когда-то какие-то идеи? Че предложишь? Слайм всегда как слайм. Слайм просто за нами ходит и ничего не горит, бесполезный. Вероника, может ты? Может телепортироваться тогда отсюда? Ну так а чё ты раньше-то молчала? Бери и телепортируй нас! Если кто-то умеет еще, давайте берите, телепортируйте по одному. Вероника, давай, приступай, быстро! Ну так я не умею. А зачем ты предлагаешь то, что ты тогда не умеешь? Тогда я вас всех поздравляю, мы в дерьме, как говорится. Выбраться отсюда мы точно не можем. Тогда ждем, пока сюда спустится тролль, ждем, когда нас гоблины закидают динамитом, и все. Ребят, было со всеми приятно познакомиться. Кроме тебя, конечно, кузнец. Но все, давайте, всем до свидания. Ну слушайте, а может мы выберемся отсюда по подземному тоннелю? Слушай, барон, а где мы тебе здесь подземный тоннель-то найдем? Может, нам реально кротами стать, как кузнец сказал, и прорыть этот тоннель и тогда выбраться? Где ты здесь тоннель-то видишь? У кого-то есть топор! Дай ему топор, кузнец, дай ему топор! Ты чё делаешь, барон? Ну так вот же, подземный тоннель! А чё ты молчал тогда все время, если тут был подземный тоннель? Почему мы здесь 20 минут-то сейчас стояли? Так, все в ряд, выстроились все в ряд, и давайте за мной, по одному, не теряйтесь, давайте. Чё это за подземные шахты, и почему ты раньше не сказал то, что у тебя в подвале тоннель-то есть? Ты чё молчал-то, партизан? Мы из-за тебя чуть не сдохли. Тихонечко, главное в паутине не застряньте. Слушай, барон... А куда этот тоннель-то ведет? Где мы вылезем? А хотя на кой вообще какая разница, где мы вылезем? Главное то, что мы уйдем от этих гоблинов и уйдем от этого тролля, который там нас поджидает сверху вот этого колодца. Так, здесь узко, здесь по одному не толпитесь. Давайте все за мной медленно. Фиг его знает, где мы вылезем, но я надеюсь, там будет более безопасно, чем вот здесь. Давайте за мной. Так, я первый вылезаю, если там все безопасно, я вам скажу. Вы там держитесь и смотрите, чтобы за нами гоблины не шли. Так, слушайте, ну мы в лесу, давайте, вылезайте, по одному, Шурик, давай, шевели сракой, давай, быстро. Шурик, барон, кузнец, дебил, Вероника, слайм потерялся, и слайм. Все, закрывайте за собой проход, закрывай, слайм. Темно, как в заднице у крипера. Слушай, барон, а где мы вообще вылезли-то, а? Ну, вот это, в лесу. Ну, то, что в лесу, я вижу не в Макдональдсе же, а где именно в лесу? В какой части леса? Слушайте, Вероника или вот этот, или Шурик, осветите здесь территорию. У вас же есть вроде вот эти заклинания, а то я не умею. Ага, Шурик, молодец. Ты хотя бы не бесполезный, вот, как слайм. Ага. Ну да. Ну, кстати, то тоже нормально. Но могло, конечно, быть и лучше. Слушай, барон, у меня такой вопрос. Я понимаю, да, то, что мы сейчас в лесу, но это случайно не тот лес, про который мне Шурик в начале сезона страшные истории рассказывал. Вот это случайно не проклятый лес, барон?
Ну, проклятый, не проклятый, да какая разница, лес есть лес. Ну да, только проблема в том, что Шурик мне рассказывался, что в этом лесу оборотни водятся. Я вот даже уже не знаю, что лучше, быть заживо съеденным троллем возле колодца или в лесу растерзанным на кусочки оборотнями. Ребят, тут оборотни в этом лесу водятся. Да это все сказки, оборотней не бывает. А, ну да, слушай, кузнец, и троллей не бывает, и драконов не бывает, никого не бывает, да? Но почему-то у меня есть Кузя, дракон, а возле колодца нас тролль хотел сожрать. И ты говоришь, что оборотней не бывает? Это дебил. Гусениц тоже не бывает, да, походу? Но возле тебя вот одна ползает, съешь ее, кузнец. Я пошутил, не трогай бедную гусеницу. Слушайте, ребят, нам отсюда надо выбираться так быстро, как только можно, пока что-то плохое здесь с нами не случилось, хорошо? А нет, уже поздно, земля симпуховик по центре. Не хочу вас всех пугать, но походу вот сейчас именно мы в заднице. Слушайте, еще не поздно вернуться обратно к троллю и гоблинам, но мне кажется, там у нас шансов больше выжить, чем вот здесь. Так, мурашки-то по коже пошли, мурашки-то по коже пошли. Так, все друг другу спиной, друг другу к спиной, быстро. Есть одна небольшая, хотя нет, офигеть, какая большая проблема. У меня палочка сломалась, у меня не работает палочка, поэтому если кто-то и будет спасать мне задницу, так вот это вы все остальные, я с этим трезубцем всем вот этот страки буду пинать. Смотрите по сторонам, смотрите по сторонам. Я видел одного вот этого вовкадава, оборотня, или как он там, чертовой бабушки называется. Вот это бегает! Я вижу, как ушами светит, ушами светит! Вот, бежит, 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 бежит! Внимательно, внимательно, внимательно! По сторонам, смотрите, внимательно! Вот он, один бежит! У кого-то есть косточка для собак? Бросьте ему! Вдруг он человечину не ест, а только косточки? Не? Ёперный театр! Бейте его нафиг! У меня не работает это! Бейте, 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 бейте! Ядрить ты колотить, да вы в пятером или в шестером! Вы одного вот этого же, вы щеночка закукарачить-то не можете! Вероника! Сыкло ты поганое! Ты куда улетела? Иди оборот, тебя валит! Ты тут самый сильный маг! Убежал, 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 убежал! Так, еще один! Сзади, сзади, еще один, сзади, еще один! Давайте, 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 давайте! Главное, друг по другу не попадайте! Вероника, спускайся! Спускайся, давай! Все в круг, давайте, все в круг! Шурик, освещай территорию, не забывай освещать! Вероника, если ты еще раз подобную фигню учудишь, ты же здесь самый сильный маг! Я твоей сестре Кристине скажу то, что ты сыкло сыкливое! И вот тогда-то твоя репутация будет хуже, чем у кузнеца, который коров любит! Поэтому иди сюда, иди сюда! Нужно найти выход отсюда! Дебил, вот этот барон, ты нас сюда завел! Скажи, где, как выйти с этого леса? В какую сторону бежать? Налево, направо, в центр, вниз, вверх, на деревья залезать, куда? Барон, делай что хочешь. Вот если хочешь, можешь еще один тоннель прокопать. Вот все, что хочешь, но найди нам выход отсюда. Вспомни, в какую сторону бежать, чтобы прибежать обратно к твоему колодцу или к нашему городу. А вы следите по сторонам. Если еще раз выбежит этот оборотень, фигачьте его все вместе. Я тоже постараюсь его закукарачить вот этим трезубцем. Будьте наготове, наготове, самое главное. Смотрите по сторонам, по сторонам. Вот он! Фигачьте! Все на него, давайте, давайте, у нас получится, он уже 100% ослаб, давайте, давайте, все на него, все на него. Вероника, зажимай его, парализуй, Вероника, давай. О, ты какой молодец, Вероника, пацан Тре, сейчас на раз, два, три, все свои заклинания применяем на вот этом щенке-переростыше. Давайте, валите его. Первый в жизни оборотень, которого мы завалили. Это что с него выпало? Череп оборотня. Слушайте, мне кажется, вот это можно будет дорого продать. Барон, ты ядрить колотить вспомнил, где выход отсюда. Все за бароном, все за бароном, давайте быстро.
Так вот же тут лестница сразу изначально была! Барон, ёперный ты склерозник! Ты и с самого начала вспомнить-то не мог! Давайте все за мной, все за мной! Тут кто-то очки потерял, Шурик, это походу ты? И, а, мне кажется, просто до нас оборотни здесь кого-то другого кокнули, да? Вот, так вот же наша деревня, так мы так и рядом же были! Этот барон, честное слово, так, ребята, мы-то оборотни кокнули, но самая основная проблема остается прямо там, за нами, в этой деревне. Что нам делать? Набросимся на него и пустим на шашлык! Ну, как бы, да, но есть одна проблема у нас. Надо все вместе убить тролля! Ну, Шурик, да, но у нас проблема есть одна, лично у меня есть. Вместе мы справимся, давайте все вместе набросимся на него. Ну вы ж тупые-то тупицы, господи, я им третий раз говорю, у нас проблема есть одна, большая. Слушай, а может просто в город убежать, а он тут останется? Ёханый баба, я говорю, у нас проблема есть одна, вы меня слышите? В смысле какая? Я же вам это уже говорил! У меня палочка сломалась полностью, я сражаться не могу, мы не сможем сейчас наброситься на тролля и кокнуть его, нам 100% надо бежать в город, чтобы я хотя бы палочку смог отремонтировать. Вы вообще глухомань, вот эти Петровичи, не слышите меня, что я вам на протяжении всей серии говорю-то, а? Ну значит надо, вот, ну значит надо отправляться в город, Шурик, я изначально это говорил. Поэтому все вместе, за мной, медленно, не шумите, не бегите, медленно за мной топаем в город. И я надеюсь, что мы не сможем привлечь внимание этого тролля, давайте. Тихонечко, без одного лишнего шума, на шифте, даже громко не дышите, медленно, и вообще ничего не говорите. Сейчас мы пройдем вот этого тролля, главное, чтобы он нас не заметил. Как только мы зайдем на мост, у меня есть новый план, знаете какой? Бежим! А вот сейчас нафиг побежали так быстро, как только можно! Перепрыгивайте, главное, в воду не падайте, давайте по одному под них. Кузнец в воду упал, ёперный театр, кузнец, я тебе говорю, не падай в воду! Дебил! Ёхарый, бабай, давай за нами, ты чё отстаешь, кузнец? Два раза за одну серию мы спасли себе задницу. Мы спасли друг друга, и пацантре, и пацанессы, вы все здесь молодцы. Но проблема остается. Давайте все сначала за мной пойдем. Вот этот магазин, где палочки продаются, мне надо отремонтировать свою палочку. Проблема-то остается. Тролль-то в деревне до сих пор, и мы не можем сражаться с троллем в той деревне. Ты как бы, кузнец, не забывай то, что у Вероники дома до сих пор твои дети там. Если мы начнем тролля убивать в деревне, он все там чертовой бабушке разнесет. Поэтому нам его надо выманить или куда-то в лес за город, или... Или, кстати, подожди, можно же его на арену выманить нашу. Там ему сделать ловушку, западню, и там его кокнуть. Но чтобы его заманить на арену, нужна приманка. Я сейчас буду ремонтировать себе палочку, а вы пока там подумайте, кто из нас будет приманкой. Так, палочку вот сюда, потом вроде кристалл вот сюда, вот так, да, отремонтировалась на 25%, обосраться. Так, есть у кого-то еще кристалл? Мне еще 2-3 кристалла надо, чтобы отремонтировать. А, вот, молодцы. И... Опа! Даже один остался, но это так, на будущее. Вы решили, кто будет приманкой? Кто-то сейчас должен побежать за троллем и заманить его на арену, а все остальные будут готовить ему там ловушку. Кто здесь самый отважный? Кто самый отчаянный? Кто самый храбрый? Кузнец, может ты? Ну, если из людей никто не хочет приманить тролля, значит, кузнец, давай сделаем так. Иди сейчас домой, на поводок возьми одну корову. Ну, мы с вами как бы вкусные, я ничего не говорю, но говядина, корова все же намного вкуснее, и троллю она точно больше понравится. Корову возьми, примани тролля, оставь корову на арене, тролль туда придет сожрать корову, и мы его в тот момент и кокаем. Все понятно, кузнец? Лучше убейте меня, но коров моих не трогайте! Да вообще без проблем, ну тогда давай иди ты заманивай тролля! Или ты, или корова, выбирай одно из двух! Супер корова, спасительница планет, мне нравится! Всем пока! Ну вот так бы и сразу, кузнец, корову притащи на арену, а мы прямо сейчас туда побежим. Все, давайте все за мной, быстро, быстро, быстро. Если кузнец меня правильно понял, мы устраиваем ловушку троллю, а кузнец притаскивает корову на арену. Все кристально просто и понятно.
Все же все поняли, что я объяснил, ну или вот так себе. До вас всегда тупо доходило, но на тот вы и мои друзья. Все, давайте на арену, чего вы на меня смотрите?